смотри, Лёха, такая идея, ждем тотема, не убиваем, потом идем тотема. Нас убили мобы. И заходим уже. Да мобов надо убить. Тотем одновременно, то есть человек опять заходит в мир. Так у них в любом случае не делится, там хоть 5, хоть 3, хоть 2. Вот в чем фишка. У нас 30 секунд и все, а дебаф минус 10 нас выкидывает, мы не успеваем так спать. Может он считает, что люди с одного тотема не могут делить, а именно с двух действительно зайти. Да там как раз между тотемами это слишком большая разница. Если их не... Нет, не убивать первый тотем, не убивать. Отдать второй. Да потом есть только одновременно убить два тотема. Давайте дохнуть. Подведите его сюда к воротам, он СВ-ец. Пишут, что время суммируется. То есть, когда первые люди кастуют 10 секунд и умирают, вторым для чего нужно будет докастовать оставшееся время. Ну, значит, нужно двоим зайти, два тотема нужно. Ну да. То есть, тогда первые мы трое заходим с Антохой, а потом кто-нибудь второй еще заходит и все. Через 10 секунд где-то. Не-не, через 10 секунд должны зайти, потому что иначе не успеют. 10-15 секунд и заходит вторая тройка. Поднимайте. Вторая тройка игроков. А мы не зайдем, наверное, куклы еще будут. Да можно не трое, можно по двое заходить. Зачем? Можно по двое. Ну сейчас посмотрим. Там только отхиливаться нужно, чтобы не подыхать. Я поэтому захожу. А один зачем? Я буду там стоять кастовать, как я буду хилить. Ну я буду юзать, ты можешь хилить нас обоих, как бы, а второй группой зайдет Антоха и еще кто-нибудь. А нафига, у нас есть. Нафига, у нас здесь два хила. То есть у нас в одного только хила-то кидается. Он по-любому будет заходить. Я успею вас отхилю, чего? Даже нормально во второй еще группе, если войду. Так, сейчас секунду попробую. Ты можешь нажать, Че, ставь нормал. Сейчас поставлю, не сразу дает. Уже пока надо, чтобы все приняли. Нажмите принять, сейчас поставлю обратно нормал. Илька, что-то нет. О. Сейчас 30 секунд пройдет. Три, а этот еще два. Зачем? Отчет заново начался, снова минут. Черт побери. Антоха у нас постоянно пулит. Да блин, болезнь настраивать такая просто. Такая сначала тишина, а потом чёрт возьми. Погнали. Я не могу. Че у тебя? Фишка, я маленький, я не могу так танковать. Затащите сюда, Валеру. Погнали. Давайте гоните. В смысле без отчета? Да, без разницы. Здесь.
Сразу не заходим, ждем, пройдет секунд 15. Вы только не пересесли с уроном. Витёк не сможет зайти, значит, Лёха, давай мы с тобой. Да, мы с тобой, окей. Мы с тобой и Мистя тоже. А вторая гонка что ли? А вторая, определяйтесь, кто там без дубов. Ребят, вы сейчас уже половину снесли. Не бейте, не бейте. Блин, я-то уберу. Зашли? Нет, нет, не бейте. Так не надо. Уехали двое. Сказали же не бить. Выходите, отхиливайтесь. Ну так что там и второй, и третий. Их оставляем, потом заходим в конце уже. Выходите сразу, чего там? Какая разница, я сейчас пока стою еще. 3 секунды. 1. Вот, теперь я не могу зайти. Я могу зато. Заходим, заходим. Нет, не заходим, да. стоим, ждем тут. Выйдите оттуда. Чего главное не убить? Главное не бить этот тем. Подождите. Чего ждем-то, блять? К третьего чуть-чуть. Третьего уже. Смотри, Лёх, делай дыма, делаем ваш. Сразу второй. 10 секунд оставай. А ком же у нас не сделается, потому что у нас будет одновременно куча этих херовин. Давай. Витёк, заходи. Давай, погнали. Юзайте. Еще кто-нибудь двое. Становитесь тотем. Лок поможет. Лок, заходи. Давай. Да вы не зайдете, пока там сейчас люди еще внутри. Заходите. Че, выходим? Еще пять. Юзайте центр. Там пацан. Коли отхиливай. О, все. Да, меня затащило. Коль, ты там отхиливай. У меня, короче, чё, кнопку не нужно. Чилами всё перекрыло. Да, у меня чилки перекрыло, не могу ботом прожать. Дергать бот. Конечно. Там считается по-другому, то есть считается... Он всегда показывает 30 секунд. Вот и всё. Вот и всё искусство, блять, мы паниковали. А мы что получили? То есть он всегда, на самом деле, считал, он просто не показывал нам время уменьшения. Она была, потому что ты не получила. Да, значит, была она у тебя. Ха! Вы посмотрите, кто меня победил! Какой позор для сандаларского жреца! Мне все равно. Истевая классная, да? Забирайте свои побрякушки. Ага. А я пойду искать. Не светится. Не пойдет. Только на дверь. И там сделали там мою ачивку, потому что вы когда только появились. Мы уже заюзали, а я до этого юзал, как бы, когда мы вдвоем с Антошей зашли. То есть ее там, грубо говоря, можно чуть не в соло сделать. А ты, короче, царь, на все понятно. Я не про это, ну да, хер с тобой. Великого клубна, который погрузил королевство во тьму и трепет. Так я понимаю, на следующем боссе можно сделать макрос на танец? Да, нужно. Бомбочку кидать. Великого правителя и беспощадного завоевателя. А нужно это сделать именно когда он активен, да? Топ триню. Ну вроде как, да. Помимо этого он был щедрым. Раньше была топовская тринька. Ну я и говорю. Это в принципе как сейчас. Если попали там череп или арену, ну тоже неплохо будет. А это кто? Я ничего не знаю об этом императоре. Мы безумны. Судя по текстам, он самый ненормальный правитель из всех, что когда-либо сидели на троне. Че, все в одном говне стоим и все, да? Грабеж получаем и все. Ну танец, да, типа того. И потом еще танец прожать.
макрос делать. Сейчас, давайте мы там сделаем. Макрос-то все сделали? Ну, то нет. Погоди. Испробуйте все, но мне станцуйте со мной. Надо с боссом танцевать или просто танцевать? Разделите. Надо с боссом, да, танцевать? Ну да, ну нельзя. Да. Вон макрос линканул. Можно просто танец сделать, он все равно у вас в таргете будет в этот момент. Без разницы. В ком стоим тогда? Там точно все сделали себе танец, а то профлакаете и никто не поможет. Погоди, не сделал еще. Отойдите так-то, сейчас согреться еще. Эпик Уин! Сколько раз Черни мы ягры. Тут... Сколько раз мы тут его пулили, помню. Параметры забафайте, пожалуйста. Так, все вроде ты сделал, да, Оля? Да, сделал. Я тормоз. Че, все, готовы? Да, наверное. Никто доподлинно не знает. Нужно чего все будем стоять, а идея. Надо, главное, ты умеешь танцевать. Его нет. Остальная фигня. Пока. Он не вышел, Эль. Все, го, взрываем. Сейчас он вылупится. А какой он будет? Вы помните, второй, третий? Второй, кажется. Да. Этот вот аннигилирует вроде, да? Вылупается уже, ребят. Все, давайте. Нет, что, видите? Ну вот, стойте в синем метке. Подтяните. Я притянул. Ага, отлично. Босса в таргет и стоим, ждем. Танцуем. Приготовились. Снимите, да. А нет, на всех. Когда было сбегаться, видите. Сейчас он. Танцуй. Так, ладно, что делать со стрелами? Холли, сбивай стрелу там, блин. Одна неприкольная была. Короче, надо, видимо, сбегаться после стрел. Да уж. Интересно, ты сам додумался или как? Я начала выбивать, а потом сказали танцуйте, но я танец может. Холли, выйди. Как? Притворись мертвый, чё? В момент, когда босс активизируется, все должны стоять более-менее разрозненно, чтобы от шквала стрел пришибло как можно меньше игроков после этого. Да ладно! Игроки высвобождаются, все он сбегаются даже максимально откуда-то близко к танку, когда босс начинает применять грабеж. На нобклабе читаешь тактику? Да. И вот говорил брат моей девушки, можете что знание, а опыт — это то знание, которое требовалось мгновение назад. Нет, знания тут ни при чем, у нас просто отсутствует мозг. Нужно было логично предположить, что не надо сбегаться заранее. Но никто не помнит, забыл, какие у него способности. Антоха, не беги без меня. Во-во, вот как бы Конфуций прям, как Конфуций сказал. Зрит в корень. Обманула, да? Оббегай. Я уже кастовать начала. Молодец. Сейчас притянул. Не, подожди, ничего с боссой. Не надо. А чё, мы все тут, а ты там. Погнали. Лохопед, блин. Чё все тут? А чё? Понял. Зачем мы выйдем? Сказали же и выйдем. Ну то что ты не это самое,
тебе не надоело быть последним-то, а? Последним лузером в рейде. Чего вы ждете-то, я не понял. Чего вот какая ты разница? Ждёшь? Может, я в этот момент яйца чешу? Тебе от этого чего, легче, что ли? Ты не так можешь чешу, так всеми как-то тебя да, никто булить, что ли? Когда все ответят. Хочешь, чеши. Какая разница? Ну, спасибо, спасибо, ты мне разрешил. Да все чешите яйца, я сам подамажу. Окей, окей. Дамагалку отрасти сперва. У меня вообще большая дамагерка. Для тебя 120 надо особый КДПС. Класс. Свой 11-сантиметровый болт. Береги для нее. Это целых 110 миллиметров. 110, а в миллиметрах-то я, говорит, больше кажу. Да вообще ничего, Юра, защищай. Юля тоже молчит. Юля там про тебя уже. Сейчас бобник, кто под стрелы попадет. Выбейте сразу, чтобы успел добежать. Кто попадет? Бопайте людей. Быстрей. И сбегайте, под... сбегайте, 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 сбегайте. Ну, а что там, кто? Отлично. Все, все, все. Всех убиваем. Можно не убивать. Можно было и в хэме этот ачив сделать. Все, проверили себя. Все получили. Да вон в чате, смотрите. Если бы не все зашли, не получили бы вообще. Либо все, либо никто. Так, ну да, поэтому мы не сразу его получили. Я лох, я ничего не получаю. Все, уж чего сделала. Ты? По-моему, она у меня. Ну, по-любому есть, раз не получила. Так, у нас, по-моему, Конфуций дальше не может с нами продолжать, насколько я помню. Что это? Почему это? Ну, у него там свои два. Свой баджек? Угу. Нам надо просто... А вот, короче, пролетать сквозь диски, это нужно же... Мобов нужно не убивать, правильно? Что за ачивка? Это ачивка. Она не входит в славу. Она не входит в славу, да, но становишься на пульт... И подводите моба, который прокидывает. И вас прокидывает через кольца, получаете ачивку. Если она не входит, то что входит? Это персональная ачивка или все получают? Персональная. Входит ачивка, если ошибаюсь, называется шестицилиндровый, там надо убить столбы с небольшим интервалом. Она входит. Блин, коните по мод. Я просто с интерфейсом достижения вообще не дружу с момента, как его убили. Вот этих адов нельзя убивать, надо одного ада оставить. А они еще будут там, по-моему, Валер, дальше? Да, там в середине комнаты еще будут такие. Да, будут. Ну, ада до одного оставить, подвести его к пульту, чтобы на пульте составили, кому что-то нужно, и его перелететь. Да. Они стоят. Два стражника Могушан. Чё, этих то убиваем? Нет, этих убиваем, а вон еще там вдали другой стоят. А могут сразу все полететь? Вы хорошо. Нафига это сделали? Это нехорошо. Так один танк стаундите и убегите по... Идите, идите уже. Один только. Так. По одного забейте. Кого нельзя бить? Стражника одного. Как он с целым ХП.
Поставь на него это. Вот синюю меточку не бьем, наверное, тогда. Вот. Подводите хранитель сюда. Встаньте, давайте хранителя убейте, пожалуйста. Я пытался. О, полетели, ребят. Угу. Я перелетел через все. Ну, кто успел, полутал. Что, ну это, короче, злой дядька. А теперь падаем и заново делаем. Да не, вот я покайчу, бегите. Я покайчу. Нафига вот вы делаете хуйню-то, скажите мне, пожалуйста. Алёш. Бегите, ребят. Бегите, бегите. Не даунте только. Кстати, у нас она есть, Лёха. А у меня сделана ачивка, мне наплевать вообще. Она у нас еще в актуале была сделана. Как кому-то ачивка... если нужно или убивать? Кому нужна, встаньте в локо. Встаньте в локо, нужна ачивка. А нахрен ты таунтишь? По-любому там был Антоха, вот даже к гадалке не ходить. Где? В босса полетел, да? Нет. Это Джесси. Да быть того не может. Но он заюзал, но кто-то АОЕ достал. Да, чтобы ровно была. Так, а вот вы мне скажите, на ластовую КДшку там нужно обязательно, наверное, 10 тел, да? Так, мне дали. У вас как дела там? Конечно. У всех, наверное, уже есть. Давно уже есть. Чё, всё? Убиваем? Не знаю, вы хотите. Если кому-то нужно делать, смотрите. Он пока живой. Кстати, не молчат раздок, значит никому не надо. Все, убивай. Убивай тогда. Тот же босс убиваем тупо на фазе, не переводя его вообще. Можно хэм поставить, эта херня-то только с хэма падает, да? Маунт? Не, ну он точно не с хэм, он может и с нормала упасть. Другом падал с нормала. Не маунт падает, пофигу вообще, что в хэме, что в нормале 1% шанс. Окей, тогда нормал. Это шестицилиндровый вообще реально сделать сегодня? Конечно. В хэме делали. Да, тоже случай. Ачив заключается тупо в том, чтобы убить эти цилиндры все одновременно. Ну, почти одновременно. То есть по одному телу встаньте около цилиндра каждого. И все. И залейте их. А там если лок берет вот эту фигню, которая по большой области начинает бить, то он, по идее, сам может заливать все это добро. Нет, цилиндры находятся, они как бы далеко. Не хватит ранжа. Я просто помню, Мафлис так делал, когда мы ходили за маунт. Есть у кого-нибудь тело плюс одно за суммоним? Да блин, все здесь, все, кого я мог позвать. Могу только с Вейгера. Это должно быть культ управления этим устройством. Давай посмотрим поближе. Не могли, что могу способны на такое. Ошибка идентификации матрицы. Обнаруженный. Нужен full rate, пишут 10 тел, так что я не знаю, получится ли этот цилиндр без 9. Получится. Вот, цилиндр. Вот та ачивка точно нужна. Да, как бы на баланс нужно по-любому 10 тел, причем 10 тел нормальных, адекватных, кто умеет бегать. А вот на цилиндре тут вообще насрать, тут хоть ее соло делай, если сможешь. А, ну даже так. Кто тогда? Что-то мы зашляли тут, я думал, по-быстрому. Че, погнали? Че, зеркаем или что? Да, давайте. Давай, тут. Ну че, шести... Потому что там кто не бегал, это надолго там. Цилиндр-то делать не было. Параметры бафните. Если получится. Зеркаем. Ну все, отлично. Ну,
Че, завтра, Витёк, сходишь моим престом? На четырех боссов. Ну, посмотрим. Надо не посмотреть, надо сходить. Очень. Убивайте, убивайте. А то переведется. Ничего вы задроты. Чуть два раза вышло. Сейчас нет. Что не упал этот ачивка? Как бы надо убивать цилиндры, а мы тупо босса убили вообще даже без фазы. Я тоже не понял, что вы делаете. Так, что у нас еще Джессика получить? Да, Джессик уходит, да, по-моему, еще. Да, я понял.